Привет. Привет. А, очередные сборы в поход. Так, выгружаемся. Ничего не забыли, ничего не взяли. Сейчас закроются. Да, да, вроде бы я посмотрел, все забыли, ничего не взяли. Бессмертный, я не со зла. Подъезжаем к замку. Нету ни этого купли. Мы возле замка, попробуем в него опять постучаться. Может, хозяин замка в доме, то есть. Ай, не заеду. А может, он открывается? А еще и касса есть. Львиная хата. А? А мы спросим на минутку заскочить, по двору пробежаться. Здравствуйте. А на минутку по двору проскочить можно, а то мы сейчас дальше едем. Да? Вот так вот. С Гродно. Ну мы просто дальше едем. Мы вот пробежимся по двору побыстро. Хорошо. С роварами хоть сфоткаемся, что мы в замке были. Замок подделали, конечно, совсем хорошо. Благодаря хорошему, доброму человеку мы побывали в замке. Вадим, налево. Почему инженер сразу? Просто командировочный. Да? С инженером. Ну что? Поехали, тихенько, опять по всем достопримечательностям. Очередной пит-стоп. А сколько выставил, Вадим? Что-то ты как-то совсем слабенько поставил. Нормально. Так, дай-ка я себе поставлю 3,5 и покажу, как надо действительно, чтобы оно было. Ничего, не бойся. Так, плюс, да? 3,5, и это будет только начало. Да не опасный, по-моему. Что показала? Хватит с меня, что как? Да? С ума наш мир, планета абсурда, друг друга не слышим давно мы. Вся надежда на сурда, я твой спутник, но связь между нами под. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Какие дубочки стоят? Я хотел бы остаться с тобой. Да, снимай кино, ты тут что-то... Ну а что сделаю? Олег, иди быстрее! Юные натуралисты собрались. Смотри, вот за канистрой кто-то ходит под листвой. А может жаба сейчас окажется... А если она на меня бросится?
Может, кровь? Ты что, хоть не змея такая? Кротик, может? Кротик. А, свалил сразу. Что это? Это в норке, норке. Кротямба? Хрен ты его тут вышел. Ой! Змеюка какая-то, ящерица. Ах! Кротик. Мышь. А, точно, крот попался! Какой злой! Не убегай от нас, стой! Василий, не бежать. Да я ж ему не давлю больно, я его просто поднимаю палочкой. Ну, животное какое страшное. А это как он шифруется? Туннели везде у него. Крот! Система. Крот, ты где? А-а-а! Тоже как крот его уже там, под собой. Тебя обойдет стул. Так, я ему перекрыл дорогу. Побурили всю кроту нычку. Ну извини, крот, ну так хотелось. Просто это было нет слов. Старенькое кладбище, церквушка. Пойдем посмотрим. Я даже не знаю, из нагробных плит сделано. Олег, иди сюда, посмотри, что здесь. Подход сделан из плит могильных. У нас же в Гродно такая лестница есть. Так вот, и забор тоже. И забор тоже, там, тоже, да, тоже из плит могильных, да, сделать. Я как бы первый раз такое вижу. Ну да, надо где-то узнать. Но у нас лестница над всеми, конечно. Нет, там получается, там же с еврейского кладбища, по-моему, брали с лестницы. Плиты те надгробные тут делали. Надписи. Да, как-то. Я первый раз такое вижу. Фотографирую такое. Подскажите, пожалуйста, очень интересно. Использованные плиты, да, вообще там. А то есть без хозяев, которые, да? 50-60 лет, да, без хозяев. Захораниваются они, да? Ну да, вот здесь их вон выложено это тоже. Ну это же кладбище столетий ему, а, ага. Ну через 100 лет эти тоже куда-нибудь будут использовать. А церквушки ну, сколько получится? Когда используются здесь, на самом кладбище, да, чем выбрасывать где-то на свалку или ну, куда-то, да, в навоз, да, или еще куда-то. То есть эти места а эти косточки останки уже не достаются, не перезахораниваются, наверное. А они, как вот раньше, если копают, там есть. Да. Ну там новые начали. Но здесь, если копают и нашли, сбоку дырочку туда, обратно. А, рядом. Вот, рядом, да? Рядом. И этот человек хоронится на этом месте. И рядышком те косточки. Да, а те косточки там остаются. А это получается церковь или костел все-таки? Это костел, конечно. Костел, ну как бы, то есть, ну мы небольшие специалисты. Нет, костел вон. Большой. Вон. А вот это вот получается. Как... А это каплица. Каплица, да? По идее сюда покойника должны привозить и здесь отпевать. Его отпевать и уже сама это исповедь и захоранивать. Но, как правило, сейчас везут костел. А сколько ей лет приблизительно? У католиков не открывают. Каплички. А? Каплички это сколько лет приблизительно? 100 есть? Уже третий раз переставлю. То есть само дерево, оно уже может и больше 100 лет. А вот именно, ну, архитектурный такой вот облик, она может сколько? Ну, может лет 50, не знаю. Само дерево очень старое. Ну просто что перебирают ее, да? Да, ну, да, ну как, да, как, да, как да. Старый, как старый дом по-новому просто. Меняют, ну так. И там перебирают. Ну, раньше костела в Липнишках не было, был костел, вот там их в Загмунтишке, есть, там крест стоит на поле, да? Ну мы с той стороны один раз ехали просто, а сейчас едем в сторону Иви и в тот раз проскочили абсолютно. А, в сторону Иви? Да, мы сейчас на Иви туда. Ну вот там есть крест, там бы когда-то еще была это греко-католическая.
Спасибо, вы нам целую экскурсию сделали. То есть вот эти вот все камни, которые лежат, это тоже получается чьи-то плиты, да? То есть вокруг. Да, вокруг все, да, все, все. Там он написан. Не, да, ну тем. Это нас его как-то и удивило, что переехали, а там подписанные плиты, то есть плиты и даже. Обработанные, да. Памятник, да, и это был памятник, и это памятник, и это. И вон и надписи все еще многие сохранили. Ну да, памятник получается уже к плите, грубо говоря, 200 лет. 802-й? Да. Ну, так это видишь, видите, да, это камень. Камень свой, белорусский, получается. Это же свой камень, откуда-то и не завозили, откуда бы видно, что у нас же таких камней дофига. А ну, уже вот вон тот камень, вон уже там с Карелии откуда завозят. Или черный, вот, или вот этот красный. Ну, да. Вот тоже интересно, там было просто мощеная дорога, а здесь забор сделан из могильных плит. Приезжаем к городу Иуе. Олега фотоаппарат, хорошо. Ивиевское колесо истории. Памятник рассказывает краткую историю города Иви. 1444 год. Первое упоминание об Иви у складе Великого Князства Литовского. 1495 год. Заснование костела святых апостолов Петра и Павла. 1795 год. Ивия у складе Речи Посполитой. 1742 год. Ивия отримала статус мястечка. 18 год. Ивия в составе Российской империи. 8 столетие. Строительство синагоги. 1882. Построена мечеть. Кстати, единственная в Гродненской области мечеть находится в городе Иви. Сейчас мы попробуем до нее тоже доехать. Так, по 39 Иви в составе Польши. Так. По 91 год Иви в составе СССР. 1940 год. Иви отрымала старого городского поселка, створенный Ивиевский район Барановской в области. С 29.06 по 7.07.44 года оккупация Иловского района немецко-фашистскими захопниками. 1994 год. Заснованный православный храм святого мученика Десятки Гаврила Белостоцкого Слуцкого. 2012 год. Открытый памятный знак у гонор-соборства из годы конфессии Иушины. То есть город и город Иви называется городом четырех конфессий. Там тоже памятник, и мы сейчас до него доберемся. Посмотрим главный камень, на котором табличка всего этого комплекса. 15 студеня 2000 года Иви отрымал статус города. 16 червня 2007 года засвеженный герб и стяг города Иуе. Иви добрались до памятника четырем конфессиям, про которые мы говорили. Исламу, иудаизму. Скорее всего, там будет следующее. Православие. И католицизм.
Так, а где мечеть? Там. Да? Ну, сейчас мы заберемся еще, я думаю, в мечеть. Едем искать мечеть. Сейчас попросим ихнего руководителя, как-то кто у них там, директор мечети, наверное, забраться на самый верх. Ну, вот если нас... Ну что, попробуем сейчас узнать, можно ли. Очень красивые двери. Так, здесь закрыто. Почему? Кто-то же должен быть. Не может такого быть. Но всегда есть другой вход. Нету другого входа, оказывается. Попасть вовнутрь нам не удалось. Ну, сейчас мы посмотрим. Выставка. Очень симпатичный, скульптуры. Не, ну есть удачные скульптуры, есть, конечно, так немножечко и подхрамывающие. Ну не то, что я бы, наверное, не такого не сделал, так что тут... Подождите, гейская русалка? Ты там Кончиту Вурст видел? Я говорю, вот это больная фантазия, да? Русал, ну. Ой, силиконом ее заделали. Ну а то, что ты хотел? Грудь силиконовая. А вот этот красавчик. Ну это, конечно, говорю, гейская русалка. Не обнимайся только с ней, не надо. Кончита Вурст. Ладно, давай. Береги себя. Ну, бусел симпатичный, классный. Да. Бусел классный получился тут. Только это не бусел. А кто это? Ну, наборный бусел. С хохолом такой и клюв. Бусел с хохолом? Ну, как? Ну, не знаю, это какая-то цапля. Ну, может быть. Без четверти только что пробили часы. Такая же статуя установлена в Рио-де-Жанейро, да? Наверное. Только поменьше там будет, конечно. Но там будет поменьше. Поэтому они нам завидуют. Что? Пойдем посмотрим, что здесь. Мы, наверное, немножечко не вовремя, потому что костел закрыт. Можно, правда, заглянуть через щелочку. Красивый. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх.